Больше никак. Представляете? Австрия 9,85. И сейчас лепарская оценка. 9,85. Ну, за техническую ценность, разумеется, все пятерки. За артистизм тоже. Кроме бельгийской судьи, 5,9. 4,9 она поставила. И вот, тем не менее, 9,916. Да, высокий балл. Никто не собирается оспаривать, что он высокий. Но он не такой, как должен был быть. Я прошу прощения у тех зрителей, которые смотрят нашу трансляцию в Беларуси, на Украине, в других странах, где многочисленных странах, где принимают передачи спортивного канала НТВ+, за то, что мы столь очевидно болеем за наших. И можем показаться предвзятыми. И не... было бы глупо скрывать наши симпатии именно российским гимнастам. Если у Алины так и пойдет дальше, то это будет большая неожиданность. И да, оценка, как я уже сказал, очень даже высока, но ведь должна была быть выше. Впрочем, рановато еще, я думаю. Впрочем, мы там говорили о том, что вот Тамара Ерофеева, украинка юная, Валерия Ваткина получали высокие баллы, Ирина Чащина получила 9,90 за свое упражнение с булавами. Это было первое и пока последнее, вообще ее первый и последний выход на столь крупном уровне на международной арене. И Алина Кабаева тоже дебютирует, но могу я ошибаться, но из той группы гимнасток, о которых я сказал, и еще можно нескольких к этому списку прибавить,